Всех приветствую, друзья! 12 апреля 2021 года в городе Рязань около 14:30 водитель маршрутного автобуса, двигаясь по улице Каширина, почувствовав острое недомогание, потерял контроль управления над транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, после чего еще с 10 автомобилями. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек, в том числе годовалый ребенок. Хочется сказать спасибо молодому человеку, который, будучи пассажиром автобуса, в критической ситуации, увидев, что водителю плохо, частично взял на себя управление, выровнял траекторию и сбросил скорость, насколько это возможно, тем самым не допустив более серьезных последствий.